Итак, друзья, хочу сделать обзор вот этого пауэрбанка, которого я получал видео. Ссылочка будет на видео. Значит, было написано на сайте, что он на 30 миллиампер часов. На самом деле, скину фотографию, 8500 часов. Ну, это тоже довольно-таки много для такого пауэрбанка. То есть, я имею в виду по цене, он там в районе $10. То есть это нормальная цена. Что имеется? Имеется два выхода. Написано 2 и 1 ампер. Оба выхода по 1 амперу. Что по солнечной батарее? Вроде бы заряжает, вроде моргает. Написано, что 1,5 ватта солнечная батарея. Вот. Но разбирал, смотрел, и сейчас разберу, покажу, какие там аккумуляторы подсоединена, так что должна заряжать. Сейчас давайте разберем, я вам покажу, какие там аккумуляторы. Итак, что мы получаем внутри? Получаем мы вот таких вот два аккумулятора. Я не пойму только, это что-то типа кроны. Солнечная батарея тоже припаяна и выведена. Подключена, так что солнечная батарея должна тоже показывать, должна заряжать. Ну, в принципе, она мигает, когда выносится на солнце, она мигает. Вот такой вот пауэрбанк внутри. В общем, видели его внутренности. Что я хочу сказать? Для того, чтобы проверить, насколько он заряжает, мне пришлось потрудиться, чтобы его разрядить. Я зарядил все телефоны дома, фотоаппарат, все равно он не разрядился, то есть емкость довольно-таки большая. Еще раз повторю, при зарядке, когда я его все-таки смог разрядить, мне на вольтметре показало 8500. Значит, что идет в комплекте? В комплекте идет шнур и 5 насадочек. Так что вполне рекомендую за такую цену отличный пауэрбанк. Ну, на сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Будет распаковочка насоса высокого давления для PSP буквально через пару дней. Все, всем до свидания.